Здравствуйте. На канале ТВ5 итоговый выпуск новостей, в студии Алена Матвеева. Сегодня в выпуске. Министерские машины. Арсен Аваков передал запорожским патрульным 28 новых автомобилей. Сделать правильно и вовремя. Мелитопольцев учили азам оказания первой медицинской помощи. Звездные гости и много подарков. В Запорожье масштабно отметили Всеукраинский Олимпийский день. 1 на 10 миллионов. Провести ночь в музее возможно. Нужно просто вовремя сюда войти. Суд удовлетворил ходатайство прокурора. Задержанному мужчине, воевавшему на стороне террористов на Донбассе, продлили меру пресечения в виде содержания под стражей в следственном изоляторе. Служители ФМИДы обратились к высшему специализированному суду по поводу переноса рассмотрения дела в Северодонецк. Напомним, боевик по прозвищу Димка Славянский прибыл из неподконтрольной территории в Запорожье на курс лечения туберкулеза, но был задержан сотрудниками СБУ. Дмитрий Варваровский обвиняется по статье «Создание террористической группы или террористическая организация». Колегія судді ухвалила звернутися до апеляційного суду Запорізької області з поданням про внесення подання до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних кримінальних справ про направлення кримінальне провадження щодо Варваровського Дмитра Ігоревича за частину 1 статті 258 крім 3 до Сєвєродонецького міського суду Донецької області для розгляду по суті в межах юрисдикції різних апеляційних судів. Продовжити дію запобіжного заходу вигляді тримання під вартою терміном дії на 2 місяці, тобто до 6 серпня 2017 року включно. Машины в помощь. Патрульным Запорожской области вручили 50 служебных автомобилей. 28 из них переданы японской стороной Украине в рамках Киотского протокола. Еще 20 новых машин предоставили областные и городские власти. В честь этого организовали торжественное мероприятие, а сертификаты на автомобили полицейским вручал лично Арсен Аваков. Как запорожцы министра встречали и новые авто получали, видела Екатерина Даньшина. Площадь фестивальная, 12 часов дня. Встречать министра здесь собираются со всеми почестями. Пока главные гости праздника задерживаются, правоохранители выстраиваются в шеренгу. Рядом репетирует военный оркестр. В центре площади десятки журналистов и операторов. Площадь фестивальная под охраной. Некоторые секьюрити, вооружившись биноклями, забрались даже на крыши зданий. На встречу Арсен Аваков приезжает на 40 минут позже заявленного времени. Особовий склад підрозділів Національної поліції в Запорізькій області для отримання службового транспорту вишикуваних. 28 гибридных автомобилей Mitsubishi Outlander Арсен Аваков вручает подразделениям Главного управления нацполиции в Запорожской области. Эти машины в рамках Киотского протокола передала Украине Япония. 2 роки тому мы начали процесс реформ Национальной полиции. Мы идем крок за кроком, идем вперед. Оступаемся, падаем, делаем ошибки. Иногда очень серьезные ошибки. Но при этом все равно движемся вперед. Я очень хочу, чтобы наши полицейские уважали себя, уважали свою работу. И мы, граждане этой страны, уважали полицейского. Вслед за Аваковым слово берут представители областной и городской власти. Они, в свою очередь, предоставили еще 20 служебных авто «Рено» и «Пежо». Всего автопарк полицейских пополнится на 51 единицу техники. После вручения автомобилей еще один бонус от запорожской городской власти. Сначала слова благодарности за работу. Та довіра, яку вам показують жителі міста Запоріжжя, я в цьому впевнений, вона буде виправдана. Дякую вам за службу и все наикращего вам. Затем материальное поощрение. Городской голова Владимир Буряк вместе с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым вручают двум сотрудникам ключи и ордера. Квартиры получили оперативники, которые много лет работают в правоохранительных органах. С родителями живем в основном. Снимаем. В основном, да, то с родителями. Ну, как придется. Очень рады, очень счастливы. Долго ждали этого. Завершил официальную часть встречи парад уже заскучавшего на солнце оркестра. Путешествие министра внутренних дел по Запорожью завершилось на тренировочной базе областного управления полиции. После показательных выступлений полицейских Арсен Аваков вручил катер водному патрулю. Прокатиться на нем дали возможности журналистам. Екатерина Даньшина, Константин Грушко, ТВ5.
не машинами едиными. Никакой блокады предприятий в Запорожье не будет, заверил министр. Арсен Аваков жестко отреагировал на заявление народного депутата Семена Семенченко о намерении начать второй этап блокады украинских предприятий. В этот список попали несколько промышленных объектов Запорожья. Как вы прокомментируете заявление штаба шизофреника, штаба больных людей, штаба любителей фантастики и так дальше? Мне не нравится трамвай, который проходит по улице. Я буду его блокировать, заявляет некий штаб блокады во главе с Семеном Семенченко. А я вам утверждаю, что никто на территории страны не имеет права на монополию силовых действий, кроме государства. Монополия силовых действий в стране принадлежит только государству. Все остальное – это политические спекуляции. Я крайне рекомендую таким господам, которые берут на себя такую ответственность и пытаются надуть из себя политический капитал, думать сначала о стране, потом о своем весе в обществе. Мы не допустим никакую акцию этих авантюристов. Обстрелы к празднику. 1 июня, в День защиты детей, Украина объявила о режиме тишины на Донбассе. В первый день лета интенсивность провокаций снизилась, однако противник все-таки применял оружие против подразделений вооруженных сил Украины. Последствия обстрелов видели наши корреспонденты. Одно из железных правил – держаться подальше от районов, где бои наиболее ожесточенные. Но увидеть картину изнутри возможно только в эпицентре обстрелов. Долгосрочность так называемого перемирия в зоне АТО мало кто верит. Как до, так и после заявленного часа ЧС не под контрольной территории прилетают снаряды разного калибра. Их работу видно вокруг. Во время разрыва снаряды не только осколки представляют собой опасность, разлетается все вокруг. И когда хорошая кинетика, даже такая маленькая палочка может насквозь проткнуть человека. Накануне Дня защиты детей пески обстреляли из гаубиц. Причем не передовые позиции, а непосредственно населенный пункт. Разбита улица, где проживают люди. Это для красоты. Это для вентиляции. Это ж одна мина. Вот тут видно просто вот так кружочек, вот травка многолетняя не выросла. А вторая, буквально через 2 метра вот там на дороге. Это ж туда сколько жужжалки все соседи сыпали. Ну, засыпали, сейчас и следа нету. А забор зато вот так бы не увидел никто его. К грохоту все привыкли. Под звуки разрывов люди занимаются повседневными делами. Но недавний мощный обстрел застал врасплох. Вообще-то я сплю, когда так обстрелы. Ну так. Вот. А то проснулся, так хорошо гахнуло так. Местные в подвал уже не спускаются. Опасаются, если снаряд попадет в дом, здание сгорит вместе с ними. Люди не скрывают, они измотаны продолжительными боевыми действиями. Когда я шел в армию в 19 лет, я знал, что в 22 я приду домой. А до смерти как до Киева на карачках, как говорят. Да, все мы в молодости как. Да, когда-то начхать. А когда тебе 70, как-то уже и 3 года. 3 года я уже потерял с этой войной. Вернуть мир и покой таким разрушенным прифронтовым поселкам будет непросто. Но даже когда вокруг смерть, верх всегда берет жизнь. Что им зашли, что смялся? Стена была. Взяли лопату, відсунули. А він звідти вийшов. Стена. Прямо в стене сидел. Может, чердака упал вниз, я не знаю. Ну, видно, кошка привела. То есть жизнь после разрухи идет. Раз же день защиты детей, мы спасли котика, то будет он дальше жить? Что-то придумаем? Спасли этого пушистого малыша представители гражданского военного сотрудничества «Симики». Поэтому как назвать выжившего котенка, даже никто и не задумывался. Имя у него будет «Симик». «Симик», точно. Ну, хай будет «Симик». Обстановка на передовой. Смотрите в следующих выпусках новостей. Более подробно о происходящем в зоне АТО в спецпроекте «Донбасс» сегодня. Евгений Мельник, Юрий Васильченко, Александр Гоц, Александр Кравец из Донецкой области. ТВ5. Торжественная клятва на верность Украине. 90 призывников военной службы правопорядка приняли присягу на острове Хортица. До этого все они проходили курс молодого бойца в одной из воинских частей города. Подробности у Валерия Калайтана. В торжественном строю 90 молодых призывников военной службы правопорядка. Все равны, как на подбор. На смотровой площадке музея казачества на острове Хортица собрались парни со всей Украины. Тут хлопцы из всех регионов Украины. И поедут они служить тоже во все регионы Украины. Их закончится, нададим им фаховую подготовку, початковую подготовку. Это 2,5 месяца курс они пройдут. И уже воинами
поїдуть виконувати свої обов'язки в органи управління військової служби правопорядку. Поздравляю з торжественним днем прийняття присяги на вірність України і представителі власті. Я вірю, що ті ребята, які сьогодні присягнули на вірність українському народу, будуть служити з достоинством і честю, що вони після прохождення воїнської служби вернуться домой живими і здоровими, окрепшими, з определенним життєвим опытом і будуть сознательними гражданами нашого государства. Ази воєнного діла ребята познавали в воїнській часті «Сармат». Помощь і підтримку підрозділенню оказує комбінат «Запорожсталь». Прийняття присяги – це дуже відповідальний крок. І ми розуміємо, що сьогоднішній час для військовослужбовців дуже важлива підтримка держави і відповідального бізнесу. Ми на комбінаті «Запорожсталь» це чудово розуміємо. І тому, як і раніше, надаємо допомогу військовослужбовцям не тільки повсякчас, а й сьогодні такі вже чисті моменти. Після поздравлень – торжественна часть. Бойці присягають на вірність Україні. Обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність. Торжества зміняються показательними виступленнями отряда спецназа воєнної служби правопорядка. Гремять взриви. Молодому пополненню і присутствуючим демонструють навики обращення з оружием, а також елементи рукопашного бою. Торжественная часть окончена. Солдат поздравляют родные и близкие. Внимание нашей съемочной группы привлекает пара Дениса и Анастасии. После принятия присяги парень сделал предложение своей девушке. Настя сказала «да». Пара вместе около года. Денис говорит, где и как сделать предложение девушке, думал долго. Сделал предложение, почему бы и нет. Хорошее место, красивая местность. Остров Хортица. Другой возможности, возможно, не будет. Ну, еще кто знает. Планировал, а кое-кто не ожидал. Слов нет. Счастлив? Очень. Конечно. Теперь Дениса, как и еще 90 солдат, которые сегодня приняли присягу, ждут полтора года службы в армии. Их основные обязанности – охрана и обеспечение правопорядка в вооруженных силах Украины. Несення патрульно-постової служби, патрулі, які ходять по місту, конвоювати арештованих, осужденных, нести службу в дисциплінарному батальйоні військової служби правопорядку, де відбувають покарання. За призовную кампанію весна 2017 ряди воєнної служби правопорядка в Україні поповнили 206 чоловік. Всі вони роз'їдуться буквально через місяць по своїм військовим частинам. Це всі зональні відділи військової служби правопорядку, крім двох, крім Донецької, Луганської області, туди вони не попадуть. Валерій Калитан, Олег Мовчанюк, ТВ5. Навыки, которые важны. В Мелитополе прошел тренинг по тактической медицине. На протяжении 2 часов волонтеры рассказывали о правилах оказания первой помощи раненым и демонстрировали аптечки, благодаря которым удается спасти десятки жизней на фронте. О тактической медицине знает теперь и Олеся Брычок. В современной аптечке украинского военного есть все, что нужно для оказания первой медицинской помощи. А вот общепринятых антисептиков и средств для обработки ран нет. Йод, зеленка, перекись водорода, по словам тренера по тактической медицине Антона Вторыгина, в условиях боя уже давно не используются. Йод, зеленка, перекись, хлоргексидин, разнообразные таблетки, они там просто не нужны. Если вы применяете к ране перекись йод-зеленку, ну йод-зеленку вы травмируете ткани раны. Если вы применяете перекись, так же само, она вступает в реакцию, знаете, вот, да, есть тепло, когда перекись на рану попадает. Тем самым весь мусор, который есть на открытой ране, он припекается к тканям, и их потом в итоге все равно придется опять же усекать. В каждой аптечке также обязательно есть маркер. И это не хитрое устройство, говорит Антон Вторыгин, позволяет не только сохранить конечности бойца, но и спасти ему жизнь. Использовать маркер необходимо при оказании первой медицинской помощи не только на фронте. Для чего мы носим в аптечке маркер? Турникет накладывается на рану на 1 час. Если после наложения турникета проходит больше, чем 1,5–2 часа, и боец эвакуируется в госпиталь, врачи, хирурги не разбираются. Конечность ампутируется выше наложенного жгута. Для этого мы используем маркер на лице, на лбу, на щеках. Где угодно мы обязательно пишем время наложения жгута.
Это нужно делать и в обычной повседневной жизни. Подобные тренинги, по словам волонтеров, должны стать обязательной частью обучения школьников и студентов. Ведь информация, полученная здесь, поможет вовремя оказать помощь нуждающимся. Евгения Али, Олеся Брычок, Артем Должик, Мелитополь, ТВ5. Инициатива, которая поощряется. Завершился прием заявок на участие в городской программе «Общественный бюджет». На протяжении мая запорожцы могли предложить свой проект, направленный на благоустройство города. За это время поступило 152 заявки. Теперь представители координационного совета на протяжении 2 месяцев будут проверять проекты на правильность составления. После этого их направят на рассмотрение в органы исполнительной власти. В сентябре запорожцы смогут выбрать лучшие проекты с помощью онлайн-голосования. Общественный бюджет, этот проект, он предусматривает систему, при которой каждый житель города Запорожья, во-первых, имеет возможность подать свой проект на участие, а во-вторых, каждый житель города Запорожья может определить, какой проект станет победителем. И в этом основная ценность этой идеи, в том, что только от жителей города Запорожья зависит, каким проектом быть и какие проекты будут реализованы в рамках общественного бюджета. По итогам прошлого года победил 21 проект. В этом году сумма для реализации программ увеличена в 2 раза и составляет 10 миллионов гривен. Стоимость реализации одного проекта не должна превышать 300 тысяч гривен. Территория детства в центре парка, семейный фестиваль и как отмечают профессиональный праздник журналисты. Об этом и не только далее в выпуске. Будет интересно. Брошенный на произвол судьбы, телеканал ТВ5 запускает новый спецпроект «Судьбы. Дети системы». Быть как они. В Запорожье прошли 5-е всеукраинские казацкие игры. Тренировки по-новому. 100 юных гимнасток будут заниматься с комфортом. Ночь, кровать и Рембрандт. Что еще нужно для полного счастья, оставаясь спать в музее? Телеканал ТВ5 продолжает цикл сюжетов «Судьбы». Новый спецпроект «Мария Маракелян» посвящен детям, которые в силу разных причин вынуждены расти без родительского тепла. «Судьбы. Дети системы». Под таким названием объединены 4 истории. Герой первая – 6-летний Ваня. Сегодня воспитывается в Запорожском центре социально-психологической реабилитации детей. О чем мечтает мальчик и какой видит свою семью, смотрите прямо сейчас. В свои 6 лет он оказался никому не нужным. Маленького Ваню нашли брошенным на улице. Сегодня вместе с другими ребятами он мечтает о родителях и крепкой семье. Снова учится быть беззаботным ребенком и старается забыть все обиды. А ты можешь себе что-то хорошее сказать? Какой ты? Ну, хороший. А еще какой? Блин, я боюсь. А ты не бойся, какой ты? По психологу, кока-колу, там еще воду купил. Ну, сначала воду, потом кока-колу, потом по психологу. О родительской заботе 6-летний Ваня может только мечтать. Как любой ребенок, он многое придумывает. Мальчик воспитывался без отца, да и мать. Судьба сына не очень волновала. Осенью прошлого года, после дня рождения Вани, женщина оставила его одного на улице. Так ребенок оказался в Запорожском центре социально-психологической реабилитации детей. Нашли его на улице, вызвали наряд полиции. Полиция его привезла в больницу. Потом же начали разбираться, кто он, и искать родителей и так далее. Нашлась мама. Мама по отношению к Ванечке одинокая мама. И поскольку человек ведет несоответствующий образ жизни и не занимается, как положено, ребенком, в феврале Жовтневый районный суд города Запорожья отобрал решением суда, отобран ребенок от мамы. И этот случай для горе-матери не первый. Ее старшего сына уже воспитывает другая семья. Попытки вернуть Ваню ни к чему не привели. Мама несколько раз приходила, но первая встреча, я присутствовала при первой встрече, мне, конечно, было
очень как бы грустно видеть эту встречу. Мальчик не подошел, не обнял маму, так на расстоянии привет. Вот привет. Ну, потом они сели, пообщались, и все. Вот. Мама редко посещала, мама уже родила маленького ребенка у нее сейчас, конечно. Бывала мама, но очень редко. Вы же уже приехали в санаторий? Я уже приехал, только Никита не приехал. Как тебе дела, Вань? Хорошо. Понравилось? Да. Бассейн большой, да? Да. Ладно. Бассейн большой, только я не умею плавать. Развитый мальчик, очень развита хорошо речь. Ну, наряду с тем, конечно, как и у всех детей, он не любит одеваться, плачет иногда, такое бывает у него зачастую. Настроение часто меняется. В общем, ребенок неплохой. Он очень живенький, подвижный, любит подвижные игры. В реабилитационном центре Ване помогают раскрыться, но детские травмы часто дают о себе знать. Ты можешь себе что-то хорошее сказать, какой ты? Ну, хороший. А еще какой? Блин, я боюсь. А ты не бойся, какой ты? Ну, у них насколько заниженная самооценка, когда я говорю там в зеркало, назови себе 10 хороших твоих, какой ты классный. Он говорит, да я не могу, я могу сказать только плохое. Как так? Как так можно быть? И мы учим, говорю, скажи, что ты любимый, ты красивый, ты замечательный, ты солнечный. Это всему это надо работать, учить и учить. Это должны будущие родители как бы понимать об этом. И не обращать внимания, они должны быть готовы к тому, что с детьми могут быть трудности в семье. Любые воспоминания о прошлом – стресс для детской психики. Даже обычное задание – нарисовать семью – Ване дается непросто. Он отказался рисовать свою семью, сказал, я не хочу рисовать ту семью, которая у меня была в прошлом. А будущую свою семью я еще не придумал. Поэтому я думаю, здесь знаете как, вот надо все-таки, я думаю, что на данный момент у ребенка, возможно, сейчас только вырабатывается вот эта мысль о том, какая его может быть будущая семья, какая может быть его будущая мама, папа. Вот если бы ты жил в этом доме, с кем бы ты там жил? С мамой. А еще с кем? С папой. Мама и папа, да? И сестрой. Это ты хочешь такую семью? Да. О будущей семье мальчик говорит робко, с осторожностью. Но когда речь идет об увлечениях, Ваню уже сложно остановить. Ну, я люблю заниматься поделками. У меня уже есть одна поделка, я одну запомню. Сначала надо диск поцарапанный. Ну, если он не нужен, то потом уже кружочек желтый, а потом уже сделать, ну, такое сердечко, а потом уже такую красненькую ротик, ну, это сова. А потом уже беленькие такие клеить, а потом уже черненькие, получатся глазки. Как и каждый ребенок, Ваня любит мечтать. Об одном из желаний рассказал и нам. Мечта есть. А как? Ну, я хочу просто машинище быть. Мечта простая, мальчишеская. Самое главное желание детей здесь читают по одному только взгляду. Они видят нового человека, они уже подбегают и начинают с надеждой на том, что этот человек может забрать его в семью. Вот. Поэтому, когда они попадают немножечко сюда, вот первые наши дети, да, они сначала это состояние как бы стресса происходит, да, они не понимают в какую-то новую атмосферу, что будет, как будут люди обращаться, ну, кто это за люди. И когда они начинают, к ним начинают люди с доверием, с добром относиться, садим на руки. Мы гладим их, мы общаемся, бывает в другой раз, обнимаем, целуем, это свои дети. Вот, ну, тогда они меняются, они раскрываются. Но родительскую любовь ничто не заменит. Подарить ее Ване сегодня могут опекуны, приемная семья или детский дом семейного типа. Мы рады, когда ребенок получает очень хорошую семью. Мы видим реальных потенциальных родителей, которые могут дать для развития ребенку все. Прежде всего, это свою любовь, свою душу, свое сердце. А пока Ване остается ждать и надеяться, что уже скоро перед ним откроются двери в новую, любящую семью. Закрыто? Закрыто, конечно. А что? Мария Маракелян, Юрий Васильченко, ТВ5.
Уже завтра в вечернем выпуске новостей выйдет новый сюжет из цикла «Судьбы. Дети системы». Это история двух сестер и брата из детского дома «Надежда», которые сегодня пытаются начать жить с чистого листа. Больше поводов проводить праздники всей семьей. Так решили активисты и организовали первый фэмили-фестиваль в Гуляйполе. Подобных праздников в городе ранее не проводили. Теперь же надеются организаторы. Это станет доброй традицией. Больше подробностей о фестивале у Екатерины Шапки. Фестиваль семьи в Гуляйполе организовали в местном парке. Здесь работают более 10 различных локаций для развлечений. Наибольшей популярностью у детей пользуется зона хендмейда, где можно создать декоративные поделки. Например, дети сегодня сделали и дерево, и цветы, и всевозможные фоторамки. 9-летняя Алиса свою работу почти завершила. Процесс девочке явно понравился. Мы сегодня делаем замок, и это дуже интересно. Подарю родителям. А в этой зоне много полезного для молодых мам. Фитнес-тренер раскрывает секреты, как прийти в форму с малышом на руках. Что самое главное? Качают мамочки, да, деток перед сном. Их можно качать вот так, хорошо включая боковые мышцы, делая свою красивую талию. Точно так же, закрепив бедра, мы можем делать повороты, также делая свою красивую осиную талию. И ребенок, в принципе, засыпает. В программе фестиваля не только развлечения. Для этих семей организовали настоящие баталии. Определят самых веселых, быстрых и креативных. Очень много. Есть задания лично для каждого участника, то есть для мамы определенно, для папы, для ребенка. Есть задания, которые семьи выполняют вместе. Всего более 5 конкурсов. Например, в этом мам проверяют на знание ремонтных инструментов. Ну что, первая мама у нас, вот она. Я выбираю предмет. Напильник. Правильный ответ. Семья «Деревянка» из Полок готовилась к конкурсу основательно. Уверены, главное – позитивный настрой. Специально к фестивалю придумали и свой семейный девиз. Семья – это труд, друг о друге – забота. Семья – это много домашней работы. Семья – это… Важно. Семья – это важно, семья – это сложно. Но счастливо жить одному невозможно. Главная цель фестиваля, говорят организаторы, подарить детям и родителям еще один повод провести время вместе. Для меня важно, чтобы семьи проводили много времени со своими детьми, со своими мужьями, со своими женами. И очень важно мотивировать родителей проводить больше качественного времени со своими детьми. Фестиваль семьи в Гуляйполе собрал более 200 участников, а титул лучшей семьи достался Владимиру, Наталье и их сыну Назару Деревянко. Организаторы надеются, что этот праздник в Гуляйполе станет доброй традицией. Екатерина Шапка, Александр Доля, Гуляйполе, ТВ5. Все согласно традициям. В Запорожье в 5-й раз прошли всеукраинские казацкие игры. Представители Федерации СПАС демонстрировали различные виды боевого искусства. Главным событием этого дня стал традиционный боевой турнир «Лава на лаву», в котором приняли участие 4 команды. Кто оказался сильнейшим, знает Екатерина Свириденко. Андрей Кабыш мастерски справляется с ножом. Он много лет учит запорожцев искусству ближнего казацкого боя. Для казака было важливо все. То есть, не важно, який бій. Головне – перемагати. Владеть оружием и боевыми приемами, как настоящие казаки, учатся воспитанники спортивной школы «Спас-Яр». Ирина обучается этому мастерству 5 лет. Это была репетиция нашего показового выступа. Туда входят разные боевые приемы, владение зброей. Но главное событие 5-х казацких игр – традиционный боевой турнир «Лава на лаву» на кубок имени князя Святослава Храброго. Владимир – атаман команды из Энергодара под названием «Булава», уже 5 лет принимает участие в этих соревнованиях. Его лава состоит преимущественно из бывших спортсменов. Подготовки специальной нет, а помогает нам, помните, как фильм был «Тарас Бульба»? Товарищество. Вот это, наверное, самое большее, что нам помогает. Не
Главное задание в бою – распорошить команду противника или вытолкнуть ее из центра поля. Несмотря на царящий хаос, во время стычки двух команд издавна бои лава на лаву проводились для сплочения казаков. Спас не только помогал брататися, а спас давал відчуття ліктя. Коли ми йдемо в бой, якщо я не полагаюсь того, що йде поряд зі мною, я в бій не піду. Із запрещених прийомів – удари головою і локтями. Бить кулаками можна тільки ніже підбородка і вище пояса. Це єдиний вид спорту, де розрішаються удари по корпусу. В бою завжди чтиться уваження к сопернику, поэтому к нарушителю правил судді относяться строго. Хтось порушує, як я вам сказав, або б'є локтя, або б'є нижче пояса, або головою. Його просто вилучають із сходки і далі продовжується. В этом году за звание сильнейшей лавы боролись 4 команды. Победу в очередной раз завоевала лава из Энергодара Булава. Но считается, что побежденных в этих соревнованиях нет. Ведь традиционно каждый поединок завершается братанием. Екатерина Свириденко, Иван Демьяненко, ТВ5. В Украине сегодня отмечается День журналиста. 6 июня было выбрано не случайно. В этот день, 23 года назад, в Брюсселе Национальный союз журналистов Украины был принят в ряды Международной федерации журналистов. Что это за профессия и как свой профессиональный праздник отмечали работники телеканала ТВ5, расскажет Дарья Купличенко. С самого утра на телефоне. Рабочий день журналиста начинается с поиска актуальной информации и специалистов по теме. Алло, здравствуйте. Меня Екатерина зовут. Я журналист телеканала ТВ5. Делаем сюжет по транспортным средствам для полицейских. И нужен ваш комментарий. Когда все данные собраны, люди найдены и назначено время встречи, журналист с оператором выезжают на съемку. Там записывают интервью, по необходимости стендапы. Все это составляющие телесюжета. После – этап написания. Многое остается за кадром. Но над подготовкой и выдачей в эфир одного материала трудятся десятки человек. Журналистика – это не только, собственно, журналисты и корреспонденты. Водители, операторы, монтажеры, программная служба – все-все-все, потому что информационный продукт – это основа нашего телеканала. В день журналиста поздравить работников телеканала ТВ5 с профессиональным праздником приехал городской голова Запорожья Владимир Буряк. Он отметил, что для журналистов главное в работе – поддержка, взаимовыручка и любовь к своему делу. У вас сегодня праздник, с чем я от души хочу вас поздравить, действительно от души. Поздравить с тем, что вы делаете, что вы выбрали эту дорогу, этот путь. Непростой, сложный где-то. Самое главное, что вы доносите жителям города Запорожья, не только города Запорожья, что происходит в городе, что происходит в области, что творится в стране. После поздравлений – награждение. Городской голова вручил почетные грамоты не только журналистам, но и редакторам, монтажерам и операторам телеканала ТВ5. Для меня это очень важный праздник, потому что я работаю относительно недавно. В принципе, даже 2 года не исполнилось. И приятно, когда вот отмечают тебя, как-то хвалят. И появляется желание работать дальше. Своим коллегам я хочу пожелать побольше интересных тем, хороших спикеров и хороших рейтингов. Коллектив телеканала ТВ5 присоединяется к пожеланиям и поздравлениям коллег с Днем журналиста. Дарья Купличенко, Сергей Чалый, ТВ5. Поздравили журналистов с профессиональным праздником и в Запорожской облгосадминистрации. Представители масс-медиа наградили грамотами, а в качестве подарка вручили книгу о Запорожском крае. Почетную грамоту получил и коллектив телеканала ТВ5 за высокий профессионализм и весомый вклад в развитие информационного пространства. Это своего рода признание наших заслуг, нашего профессионализма, уровня, которого достиг наш коллектив. Это не работа десятка или двух десятков людей, это работа огромного слаженного коллектива, который в круглосуточном режиме, ежедневно, круглогодично доносит самую важную, самую острую, самую актуальную информацию до зрителей. В одном из дворов Александровского района появилась долгожданная детская площадка. Более 10 лет обеспокоенные досугом собственных детей и родителей оббивали пороги разных инстанций и депутатов города, но никак не могли добиться результата.
Мы начинали заниматься этим вопросом еще с 2006 года. У нас образовалась такая инициативная группа мамочек. Мы ходили по разным инстанциям. Тогда еще ЖЭКи были, ПРЭЖа. Вот здесь были какие-то качели, но это было очень давно. Естественно, все постепенно это оборудование было, ну, скажем так, исчезло. Решить проблему детского досуга помог депутат городского совета от фракции «Оппозиционный блок» Игорь Чумаченко. Буквально через месяц после обращения жильцов во дворе появился новый детский развлекательный комплекс. Здесь и качели, и карусели, есть горка и песочница. Начинаются летние каникулы, детвора целыми днями сидит за компьютерами, пойти негде. И мы приняли решение, нашли вот такой тихий уютный дворик и обустроили здесь площадку. Родители признаются, не ожидали такого быстрого решения многолетнего вопроса. Наконец-то мы дождались. Вы знаете, это очень хорошо. Мы очень признательны, потому что детки маленькие, родители отдыхают, детки под присмотром. В установке площадки участвовали и сами жильцы дома. Самое непосредственное, то есть мы как бы рассказывали, показывали, где это поставить, потому что у нас есть план нашего двора, то есть со всеми проходящими коммуникациями. Вот, помогали строителям, и все сопутствующие как бы проблемы, которые были, как бы мы их решали в тот же день. Как только установили площадку, детвора сразу побежала играть. Качели, карусель, все нравится. Им очень нравится, они радуются. При поддержке депутата горсовета Игоря Чумаченко для ребят устроили настоящий праздник. Пригласили аниматоров и устроили сладкий стол. Игорь Чумаченко отметил, установка площадки – только первый шаг в обустройстве двора. В планах ремонт внутриквартальной дороги, установка системы освещения и экранирование деревьев. В Одессе на съезде женщин Юга Украины радикально настроенные граждане напали на участниц национальной платформы «Женщины за мир». Больше всего пострадала народный депутат от оппозиционного блока Наталья Королевская. Люди в камуфляже брызнули ей зеленкой в лицо. Пацієнтка отримала хімічний опік рогівки кон'юнктиви середнього ступеня лівого ока внаслідок попадання в очі діамантової зелені. Таким чином, цей стан потребує лікування, скаржиться на зниження зору лівого ока. На съезде в Одессе обсуждался правительственный проект шоковой пенсионной реформы. Сначала люди в камуфляжной форме заявили, что заминировали здание, а затем пошли в атаку. Участницы платформы «Женщины за мир» подали заявление в полицию и требуют от правоохранителей расследовать спланированное покушение на Королевскую. У нас пострадали люди, у нас пострадали делегаты съезда. Я вчера была вся в зеленке, Галина была сопредседатель в зеленке. Наталья Юрьевна пострадала очень сильно, на сегодняшний день у нее частичная потеря зрения. Будем требовать наказания, расследовать того, что вчера происходило, и обязательном порядке, чтобы это было пресечено и наказано. Сегодня беспредел гуляет по стране. Несмотря на инцидент, съезд состоялся. На нем приняли резолюцию, мирный женский план и обращение к Верховной Раде и Кабинету министров с требованием не допустить проведения шоковой пенсионной реформы, предлагаемой правительством. Неожиданно, но приятно. Посетитель музея Амстердама провел ночь у картины Рембрандта, причем на абсолютно законных основаниях. Такую возможность он получил в подарок от музея за то, что стал 10-миллионным посетителем выставки. Мужчина признался, что изменил свое отношение к Рембрандту, которого раньше не очень любил. На видео видно, как он радуется такому подарку и не отказывает себе в развлечениях. Как говорится, чтобы было что вспомнить. Стоит отметить, что он стал первым посетителем за всю историю, которому выпала такая возможность. А мы вам желаем, чтобы возможность повеселиться вам выпадала гораздо чаще. Для вас в студии работала Алена Матвеева. Оставайтесь с ТВ5.